Поддержка для тех, кто сейчас на передовой. Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» проводит акцию «Лови гранат». Медикам вручают фрукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Витаминные наборы получили и люберецкие врачи. Написали, что зеленый чай и граната – это, кроме того, что вкусно, еще полезно. Состав гранатового сока действительно впечатляет. В нем содержатся аминокислоты и микроэлементы, витамины групп В и С. Именно эти чудодейственные фрукты получил персонал Люберецкой областной больницы. Мы это как бы дали такой посыл, что надо заниматься здоровым питанием и, в принципе, как бы посыл через медиков, потому что медики находятся на переднем краю вот этой пандемии или противостояния вирусу, поэтому медики больше всего в этом нуждаются. Организатор акции – партия «Единая Россия». Первое стационарное отделение Люберецкой областной больницы активисты привезли 250 килограммов спелых гранат и зеленый чай. Мы сегодня приурочили данную акцию и привезли немножко подкрепиться и повысить свой иммунитет нашим дорогим медикам. Полезный набор витаминов получили и те, кто первыми приходят на помощь. У сотрудников скорой колоссальная нагрузка. Эпидемия коронавируса пересеклась с сезонным гриппом. В защите от простудных и вирусных заболеваний врачи сейчас нуждаются как никогда. На следующей неделе должны устанавливать во всех поликлиниках наших такие стеклянные перегородки в зоне ресепшн. Они были сняты 2 или 3 года назад, ну, для того, чтобы как бы доступ, доступная среда лицом клиенту, так скажем. Но это все медицина, все-таки это не обычная сфера услуг. И здесь надо бороться, в том числе и с заболеваниями, обеспечивать какую-то защиту нашим администраторам, докторам. Кроме свежих фруктов и чая, сотрудникам скорой медицинской помощи по их пожеланию вручили защитные маски и микроволновую печь. Эта акция – часть регионального проекта «Спасибо врачам», который стартовал в Подмосковье в конце мая. Луиза Егиазарян, Александр Колганов, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.